Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем твои ежедневные награды. Ребят, сегодня у нас суббота. Видосики, видимо, выйдет в воскресенье. То есть у нас очень мало времени, чтобы выбиться в топчик. В данный момент я нахожусь Лига мастеров, одна звезда, как ты видишь, и ранг 36. Поэтому сегодня нужно также бустануть по максималке, чтобы выйти, ну, если уж не в топчик, то хотя бы быть около него, 100%. Так, 73-й, 74-й уровень здесь противников. Так что давай мы, наверное, возьмем... Кого возьмем для подстраховки, а? Пускай это будет Зэк. Да, возьмем Зэка, наверное, с тобой. И надеюсь очень сильно, что Зэк меня здесь не подведет. Потому что в любом случае он будет ходить первым. Будет бросать свою бомбочку. Так, а тут Майки. Так, это уже напрягает. Ёлки-палки, смотрим. Ну, давай, Армагоша, плиз. Как ты умеешь делать? Фух, слава тебе, яйца. Ребят, прошли. Прошли первый поединок и первая победа. Поэтому все у нас четенько. Так, мы с тобой сейчас должны быстренько пробежаться до мастера две звезды. Так, у меня сколько откатов? 20 штук. Маловато будет, если честно. Ну, у нас есть 720 бакинских. Может быть, придется воспользоваться даже. Так, здесь у нас Даулет. Возьмем... Блин, подожди, Даулет. Там Майки, ладно, возьмем тогда вот так вот. Вместе с Усаги, я думаю, что это нормальный дуплетик будет, да? И они ничего не сделают. Но если вдруг Майки выйдет из-под контроля, то нам не сдобровать. Так, Усаги, давай, родной. Как ты можешь? Делай жги по полной программе. Постепенный урон, пожалуйста, на Микеланджело. Чтобы он... Ай-яй-яй. Хотя, знаешь что? Да, Армагуш его уничтожит. Слушай, я... даже и не думал, что у Армагона инициатива больше, чем у Микеланджело, если честно. Но ты сам прекрасно видел. Все у нас получилось, поэтому... мы передвигаемся с тобой на... 14-ю позицию. Скорее всего, еще два боя нам понадобится сделать, чтобы перейти. Блин, самое обидное, что у нас, конечно, пошли в путь наши откаты. Я этого не хотел, конечно, делать. Тем более 17 штук. Это если мы даже на 2 делим. Ну, получается 8 боев. Твою налево. 8 боев — это вообще ни о чем, если честно. Нам нужно хотя бы, чтобы 15-20 было в запасе. Хотя, если брать тот факт, что Армагоша будет всех бомбить вот таким вот макаром, да? У нас еще есть Леонардо, не забывай. Плюс кто там у нас? А, Супер Шредер. То есть можно здесь сэкономить, да? По одному откатику. Ну-ка. Да, ребят, я был прав. Значит, все-таки еще один поединок нужно сделать. Так, я возьму вот этого Йена. Так, берем Армагона, берем Супер Шредера. Тут есть некая проблема, тут Хан. Ну слушай, по идее сейчас Супер Шредер должен сделать первым свой ход, потому что у него инициатива все-таки побольше, да, чем у нашего Армагона. И я надеюсь, что он этими шипами повесит хотя бы постепенный урон на всех, желательно бы. Слушай, ну он бомбанул вообще круто. Супер Шредер меня здесь не подвел. Естественно, Армагону остается только зачистку сделать. И все, ребята. Ну что, и мы с тобой попадаем в Лигу Мастеров. Сколько там получается? Две звезды, да? Да, две звезды. Блин, это нам еще нужно пробраться как-то в три звезды. А там еще... ох, напряженная ситуация, если честно. Хорошо. Давай возьму так, возьму вот так. Нам, возможно, с тобой придется купить еще 20 откатов. Это не точно, но, скорее всего, придется. Если мы возьмем с тобой 20 откатов, мы, конечно, отыграем с тобой всех персонажей, которые у нас будут. Но вот смогу... но вот смогу ли я добраться до топового места? Хотя, знаешь что... переживать не будем, потому что в любом случае в воскресенье, понедельник я буду отдыхать. И я все силы брошу на то, чтобы мы заняли с тобой это топовое место. Ну, потому что ты сам понимаешь, неделя кончится, будем забирать призы. И в данный момент меня интересуют именно платиновые осколки.
в принципе, я думаю, так же, как и тебя. Ну что, смотри-ка, это Даулет какой-то у нас, Альберта есть. Давай возьмем Альберта. Вернем обратно Армагона, возьмем... Так, тут кролики, шутить не будем. Возьмем, наверное, Усаги с тобой. Так, Баксер, подожди пока. Пока мы пойдем без тебя в эту битву. Так, ну что, а по событиям, по испытаниям, ребята, сегодня у нас, к сожалению, ничего не будет. Единственное, что я предлагаю, это немножечко кинуть усилий на фарм черепашек-ниндзя из видения. Потому что, ну, проходить, как вы правильно писали, не стоит проходить испытания на Усаги, если он у тебя есть. Ты просто тратишь время, да, свое. И как бы он тебе не дает никакого прироста. Лучше потратить этот сыр на фарм действительно тех персонажей, которых у тебя нету. И я, наверное, с этим соглашусь. Так, друзья мои, ну что? Потихоньку как-то вот еле-еле мы с тобой двигаемся. Очень так не спеша, да? В развалочку, так скажем. Но это мне не нравится. Я люблю именно бустить. Именно скорость, фаст. Все, что хочешь, ребят. Но не ехать, как черепаха, да? На выходных, ну, на выходных, ребят, по стандарту. Пойдут голодные акулы у нас. Пойдут, наверное, голодные драконы. Там уже будет, наверное, и безумные монстры. В общем, посмотрим, что мы там с тобой будем делать. Возможно, на... В третьем канале пойдет у нас пару серий еще про какие-нибудь гоночки. Ну, в общем, все в таком темпе. Так, ну что, ребята, 64 уровень. Все-таки придется сразу заранее взять. Вот так вот. Итого получается 21 откат. Подожди-ка, я даже задание, по-моему, да, ребят, я задание-то еще не сделал. Пройти серию испытаний. Давай-ка быстренько с тобой это дело прошуршим. Быстренько с тобой это все выполним, да? Чтобы нам получить и награду, и деньги. Ну и, как говорится, чтобы не лежало тяжким грузом. Так, тут у нас Кирби. Ну, естественно, паршивый гриб начинает все вот малину мне портить. Дай-ка я попробую сейчас Кирби забомбить. Ну, молодец, Усаги. Так, давай этот гриб теперь. Ну и бронированный таракан. Давай вот так укусиком. Хопа. Готов. Так, переходим с тобой на вторую волну. И тут нам надо делать вот так вот. Хм, а если вот так? Нормуль. Прекрасно. И, наверное, вот так добьем. Есть. Ну что ж, друзья мои, двигаемся с вами дальше. Никаких, в принципе, пока проблем нету. Так, задание забираем. Нам нужно... А, конечно же, поиски. Кого будем прокачивать, скажи-ка мне на милость. Хм, у нас Ванька прокачан, да, по навыкам? А вот Ваня как раз и не прокачан, ребята. Арахзар. Арахзар прокачан. Хм. А Джастин. И Джастин прокачан. Значит, друзья мои, все-таки нам придется, наверное... Так, а Карайка? Слушай, можно подкачать Карайку. Давай, наверное, так и сделаем. Так, поехали. Нам нужно с тобой... Так, три боя сложных сыграть. Так, это второй. И третий. Так, а что я ищу-то? Я уже и забыл, что мне надо искать. Так, мы с тобой ищем. Хотя давай-ка вот тут, наверное, сделаем. Так, мне нужно найти... Нет, все-таки сюда. Еще один джойстик или геймпад. Так, джойстик нашли. Дальше нам нужно с тобой найти 8 пультов. 8. Нет, не выпал. Так, первый пульт есть. Второй. Так, только два. Третий. Ну хорош уже, а, ломаться. Давай, четвертый. Так, четыре пульта. Пять. Шесть.
7. И... Блин, я думал, 8 сейчас выпадет. Вот он, 8. Ну что, прокачиваем тогда, да, здесь получается? До 5 ступени. Это у нас удар Танту. Так, уровень же еще нужно будет поднять, да, по-моему, персонажу. Но это мы с тобой, наверное, все-таки сделаем на Супер Шреддере. Открыть колоду. Где колода у нас? В магазине. Кстати, у нас еще монет с тобой достаточно для того, чтобы приобрести Шреддера классику. Да, ребята. Так, а по жетонам 580, маловато. Нам нужно 830. Ну что, тогда открываем колоду с тобой бесплатно. Так, паук снова выпадает, да? И забираем с тобой здесь награды. И продолжаем, естественно, битву на турнире. Ранг у нас 68, 26 откатов. Все, как говорится, нормуль. Так, Армагуша возвращается. Плюс возвращается у нас Усаги. Раз, два, три. Поехали. Нечего, как говорится, тут, да, размусоливать. Надо сразу же войти в битву, да, всех победить. И как можно быстрее. Усаги, красавчик, давай. Наяривай. Так, ну что, постепенно, но не на всех. Я думаю, что Армагуша, в принципе, сейчас добьет. Даже того же самого, да, Донателло. Я думал, вдруг все-таки не сможет пробить. Но, как видишь, это ему под силу. То есть 2 отката. И вот так вот 10 боев, это получается 20 откатиков. 20 боев, 20 откатиков. А мы с тобой уже на 57-й позиции. Слушай, если честно, есть шанс. Такой довольно серьезный шанс, что мы сможем все-таки с тобой пройти. А ну-ка давай попробуем убедиться еще раз. Кожеголовый там бежит. Да, кожеголовый пока, к сожалению, ребята, слабый. Но я думаю, что если его прокачать до соточки, да, плюс его супер вот эти скиллы, как таунт он офигенно подойдет. Да, он будет как бы и защитником, и в то же время у него есть массовая атака, когда он начинает именно катиться, да, по земле и нанося урон абсолютно всем, кто стоит. Так, ну что, какая? 40. О, почти 40-я. Нормуль. Так, Вячеслав у нас здесь. Опять же тут майки. Ну, в принципе, эту команду ему не переплюнуть. Инициативы у него не хватит даже сделать элементарного шага. Или все-таки хватит, подожди-ка. Мы, по-моему, с тобой как-то один раз так лопухнулись, да? А ну-ка, Усаги, давай. Как можно посерьезнее жги. Вот обожаю, когда так происходит. Да, ребята, все-таки он хотел бы сходить. И он бы сходил бы, если бы на нем не было бы постепенного урона. Именно он его уничтожил. Так что не забывай, что все-таки у майки вражеского, да, инициатива будет посерьезнее, чем у нас. Чем у Армагона. Так, 33-я позиция. Все ближе, ближе и ближе, как говорится, мы с тобой к топчику. Давай-ка я возьму здесь. Вот, 17-24 мне надо. Это, как говорится, высшая награда, которую здесь можно получить. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. Потому что кому-то нравится Леонардо, кому-то нравится Усаги. И чтобы не было каких-то там вопросов, будем с тобой чередовать, да? Лео и Усаги. Ну, неизменным у нас в колоде все равно остается Армагон. Как ни крути. Поехали. Ох, как хорошо он выбивает дурь из них, а? Ты посмотри. И Леонардо, естественно, тоже добивает. Так, и мы с тобой продвигаемся еще чуть-чуть дальше. Там получится у нас, наверное, какая? 21-я, да, позиция? Нет, 24-я. Слушай, как-то вот немножко мы с тобой отстаем от графика. Василь. Наверное, Василий должен быть какой-то. Фоточки, к сожалению, я не вижу. А вот это вот фото реальное, ребята, мое. Фото, тут никакой не монтаж. Фото с Фейсбука, как полагается. Кстати, многие спрашивают, как не потерять свой прогресс в черепашках ниндзя, да? Ребят, я вам объясняю. Для того, чтобы не потерять прогресс во многих
Android-играх у вас должен быть профиль в Фейсбуке. Вы просто потом логинитесь через него, да? И если вдруг у вас что-то происходит, там, например, ну, вам надо было почистить память, или вы что-то там потеряли, или нужно удалить, а потом вернуть, то через именно аккаунт в Фейсбуке ты можешь это все восстановить. Но, правда, не все игры это, ребят, поддерживают. Так, ну что у нас? Вот, 24. Это у нас Тувшу. Вот так вот, интересно довольно звучание Тувшу. Но, тем не менее, сейчас он получит у нас. Давай. Я уже просто хочу выйти на 3 звезды и там уже, ребята, формировать, как говорится, свою позицию уже конкретную. Вот что мне нужно. Так, Рубилово началось. Но тут, конечно, Усаги очень плохо сделал. Он всего лишь на 3 повесил постепенно. Я, конечно, не жалуюсь, потому что я уверен, что Армагон справится. Но хотелось бы, что все-таки, если ты делаешь, тем более ты прокачан почти топово, ты уж вешай на всех там постепенно. Так, вот смотри. Специально, ребята, тянут. Была 12-я позиция, то есть всего лишь 7 ступенек я пролетел. Блин, но не жуки. Еще те, ты посмотри, а. Давайте мне 17-24. Что вы мне кормите все время 17-23? Вот. Это у нас Александр, Сашка. Берем с тобой вот так вот. Раз, два, три, все. Блин. Я вот сейчас смотрю и думаю, а успеем ли мы с тобой вообще отыграть всех наших персонажей сегодня? Идем вроде бы и быстро, и в то же время как-то медленно. Или может быть для меня это время что-то затянулось. Так, давай ковалунчик. Хорошечно. Вот так вот, ну что же, погнали. Теперь-то уж мы точно должны перейти с тобой. Да, и место мы заняли с тобой 92-е. То есть мне желательно вот сегодня дойти до полтинника. 50-е место, если я занимаю, то все, ребята, мы с вами расслабляемся. Завтра уже 100% набиваем топ. И все будет прекрасно. То есть награда будет фуловая. В данный момент, в конце недели, меня интересует только именно платиновые осколки. Потому что выигрыш по персонажу меня не особо интересует. Тем более там, насколько я помню, Эйприл, да, у нас? Обычно Эйприл, она у меня... Что? Ну ладно, Усаги... Ой, Сплинтер ударил, потому что у него ответка. А Карайка-то с какого? Ничего себе! Ты понял? И хорошо, что она ударила по Армагону. Она бы могла ударить, например, либо по мутагеноиду, либо по этому, как его звать-то, елки-палки, по Бибопу. И тот бы мог бы упасть. Вот это да, вот это фокусы. Надо остерегаться таких вот, ребята, как тебе сказать, даже таких вот моментов опасных. Ничего себе. Да. Выкрутаса она тут показала мне. Да и морозильная кошка меня добивает. Как она несется, сломя голову. Так, ладно, на своей тележке продуктовые заморозки. Так, Усаги, как всегда. Ага. Ну, видишь, тут у Донателло очень много здоровья осталось. Ну, Армагону, как ты видишь, плевать на то, сколько у него там здоровья, и он все-таки его вырубает. Окей. До полтинника, еще раз повторяю, мне нужно дойти. Ну, попытаться. Так, а у нас с тобой 69-е. Неплохо. Неплохо мы с тобой так сиганули. Дайра. Возьмем Дайру. Блин, неужели придется нам еще с тобой тратиться на откаты? Но хотелось бы немножко денег приберечь, потому что у нас с тобой подходят к концу именно телепорты. А телепорты, как ты знаешь, мне тоже нужны для, извини меня, прохождения заданий и в то же время для фарма. А стоят они недешево. Армагон с удара вынес кроликов, ты заметил? Значит, кролики не настолько сильны, как вы говорите. Ну, может быть, конечно, по защите они не сильны, а по атаке. Тут надо, ребят, смотреть. А чтобы смотреть, это нужно их прокачать. Так, и место мы с тобой получаем 57-е. Все, ребят, еще, наверное, пару боев, и мы будем... Так, набил.
Ну, давай, наверное, возьмем его. Возьмем Набила. И раз, два, три. Я еще до сих пор 55-й, 52-й уровни отыгрываю, прикинь. Сколько уже проиграли, а только лишь 52-й, 54-й. Даже не 60-е. Ага. Погнали. Ну что, сейчас, по-моему, уже должен быть полтишок у нас с тобой. Я ведь ничего не путаю, нет? Да нет, все должно быть четенько. Ну-ка. 47-е место. 4 отката. Ребята, это буквально еще 2 поединка. Опять Набиль, смотри-ка. Понравилось ему. Ну что же, ну давай. Блин, а может быть плюнуть? Взять откаты и пройти в топ сегодня, а? Вот прям сегодня. Тогда у нас с тобой, получается, 2 дня будет просто в простое. Но с другой стороны, мы будем с тобой уверены, что нам ничего не угрожает, и мы с тобой возьмем все-таки эти 75 платиновых осколков, да? Как бы это железная гарантия будет. Сейчас посмотрим, какое место займем. 38-е. Я предполагаю, где-то 25-е будет у нас, да, с тобой? Конечная остановка. Скорее всего, да. Мы можем даже с тобой, знаешь, что попробовать сейчас сделать? Нет, без отката никуда, конечно. Да и здесь, кстати, надо было нам с тобой не брать Усаги, а попробовать своими силами. Но это очень опасно, потому что 79-й уровень врага. Как бы ты понимаешь, да? Что тут уже, ну, не до шуточек. А с другой стороны, что мы теряем? У нас еще куча персонажей, поэтому мы можем с тобой, ну, все-таки рискнуть. Как сделать-то правильно, а? Рискнуть или не рискнуть? Тут осталось, ребят, буквально нам, ну, 2-3 боя. Все-таки я, наверное, возьму. А, была не была. Была не была, ребят. Все. Тогда мы с тобой точно сегодня попадаем в топ. Найтмер. Упс, тут не буду, ребята, эту брать команду. Анвара возьму. Тут, как по мне, так побезопаснее будет. Но я хочу сделать немножко по-другому, да? Вот ты понял, к чему я стремлюсь. Я хочу сейчас по минималке тратить именно на откатах и отыграть своих вот этих персонажей. Так, ну, давай сделаем с тобой, например, уклонение. Армагуша бьет своим валуном. Потом, наверное, Рафаэль. Не надо вставать в провокации, просто тогда уничтожаем. Я просто не думал, что Армагон... так прогнется, ты видел? С удара всех вынес, оставил только лишь одного противника. Я думал, просто Рафаэлю придется вставать, наверное, в стойку, в провокацию, но... нет. Ребята, 14-я позиция. И здесь возьмем, наверное, Кевина. Нет, Вовку возьмем. Да, возьмем Вовку. Но тут придется брать Усаги, потому что Хан, сам понимаешь, со своей могучей инициативой может пробить. Так, и того. Давай посмотрим. Интересно, он сможет вырубить Хана сразу или нет? Наши Усаги. Ну, почти, да. Ребят, ему удалось. Ой! Твою дивизию! Что я сделал, ребята? Так, стоп, 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 подожди. Так. И... да неужели? Так, давай-ка мы, наверное, сделаем с разбега. Бамс. Фигня какая-то получилась. Вот это да, ребята. Вместо того, чтобы метнуть валун, я сделал просто укус. Вот это было бы сейчас критично, на самом деле. Но все-таки мы справились. Все, друзья мои. Первое топовое место у нас с вами. А, какая Эйприл? У нас Рокзар. Конечно же, будет именно Рокзар. Так, 44, ребята, телепорта у нас. На испытаниях мы с тобой сейчас, наверное, все-таки зайдем. А, здесь я ничего... нет, 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 не сюда, вот сюда вот. И попробуем все-таки, да? Поехали. Опачки, Рафаэль видение, шикарно. Так, золотые осколки. Серебряные осколки.
Так, майки видения. Четко. Кольцо крутости. Карта Бибобима. Ну, ну, хватит уже. Ну, все, ребят. Закончился сыр. Но, тем не менее, 4 ДНК на черепашек мы все-таки получили с тобой. И что нам остается? Нам остается с тобой поднять уровень Супер Шреддеру до соточки. Да. Ну что, ребята, кто просил до суточки, вот, получайте. Супер Шреддер у нас прокачался. Ну, а я забираю награду. Ну что, в принципе, все, ребята, можно расслабиться и ждать, как говорится, конца недели. А я на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!